Охренеть! Я думал, что мы внутри твоего аккумулятора, Рик! А это как будто бы целая планета! В общем, сегодня 11 июля 2023 год. Восточный Казахстан, Усть-Каменогорск. Я решил прогуляться пешком и шел по набережной реки Ульбы. И на пересечении вот улиц Кайсенова и Партазанова, Т-образный перекресток, с этой стороны река Ульба. И вот стоит такой уловитель из гранита и с прямоугольным постаментом из гранита и обложен гранитом, но он в виде параболической такой антенки. Уловитель прям напротив потока машин. Здесь вообще, кстати, всегда заторы, особенно в часы пик, тут повернуть не могут, то есть напряжение. Дальше вон там, но я покажу, площадка идет спортивная, тоже как раз здесь рядышком. С этой стороны вода, ну то есть вот все признаки, вот это сбор идет, вот эта установочка, которая собирает энергию. Я держал пространство, разделенное на части внутри модифицированного темпорального поля, пока на планете не развилась разумная жизнь. Потом я представил этой планете чудеса электричества, которые они теперь вырабатывают в глобальном масштабе. Ну то есть вот он в форме такой антенны параболической. Ступеньки три основных, потом еще три. Ну вот кратно трем. То есть целая планета вырабатывает для тебя энергию? Это же рабство! Это общество. Они работают друг на друга, Морти. Зарабатывают деньги, строят дома, строят семью, рожают детей, которые потом встают на место тех, кто слишком стар для работы. Это то же самое рабство, только усложненное. Ну то есть вот он прям с дороги вот так вот улавливает. Это трудно сказать, вот если даже найти архитектора, да, скорее всего, он будет думать, что это он придумал. Но воздействие это всякое, там во сне приснился ему проект вот такое сделать. И он даже не понимает, может быть, для чего он это сделал, кто это одобрил, какие материалы должны быть. Вот человек будет думать, что это все ему пришло в голову. А на самом деле это вот такая технология внедренная. Вот он прям улавливает вот с дороги. А здесь пробки всегда, Кайсенова-Партазанова. Но мне дальше туда. Похоже, что нас снова навещает пришелец, известный как Рик, который однажды подарил нашему миру технологию Google-коробки. Если на нее наступить, она вырабатывает электричество, которое питает наши дома и офисы и делает нашу жизнь лучше. Ну, там вот парочка эта. Еще ничего не знают толком. Жизнь только начинается. А тут такой уловитель, короче. Вот это... Что они выделяют сейчас, какие у них эмоции, любовь. Он тоже сюда накачивает. А из нашей радости всякие сладости на подземных фабриках тайно пикут. Потом снимается с него. Сзади Ульба. Ну вот все как положено. Вода. Здесь, под, я так понимаю, под трассой трубы идут. Разные. Здесь трасса идет внутри. Вода, наверное, электричество. Также она выводит опасную избыточную энергию в специальный выхлопной вулкан. Ну вот я со стороны Кайсенова зашел. Парабола это ловит. Вот перекресток Т-образный. Там Кайсенова. Это Партазанова. Вот здесь вот он. Пойду туда. Ты должен рассказать им, что они живут в аккумуляторе, Рик. Это ненормально. Там внизу шведский стол накрывают. Может, ты расслабишься, Морти? Нет ничего несправедливого в том, что мы делаем. А теперь надень эти антенны. Они должны думать, что мы пришельцы. Это я уже на другую сторону перешел через мост. Еще водный. Но это тоже набережная. Вот идешь. Но здесь раньше был такой спуск. И вот его облагородили тоже гранитом красным. И посередине вот так лавочки полукругом. Четыре штуки. Предлагается вот посидеть здесь, отдохнуть. Поток машин, внизу трубы. И электричество тоже. Поток электричества, поток воды.
с этой стороны Ульба. Никогда не садитесь в таких местах отдыхать. Серьезно? Да ты издеваешься? Я же помог всей твоей цивилизации. У твоего народа даже праздник есть. День рекодарения. Детям рассказывают обо мне в школе. Я бросил школу. Умным людям там не место. И рядом детская площадочка такая. Ну, тоже это эмоции разные выделяют. Детские, они там на вкус другие. Извлекает нашу здесь энергию сердец. Из великой праздности разные разности. А впереди вот этот обелиск Осириса. В общем, вот так идешь по набережной, и раз тебе на пути попадается такой вот высоковольтный столб, поворачивает здесь на ту сторону электричество за счет него посреди. То есть нам предлагается вообще пройти под ним. Вы никогда не вздумайте этого делать вообще. Людям тяжело в это поверить, но внутри этого контейнера бесконечная вселенная с планетой, способной вырабатывать огромное количество энергии. Точка перегиба. Сюда можно флешку сверху воткнуть. Снять отсюда со всех потоков, с того и с этого сразу. То есть вот все эти стелы такую функцию играют накопительно. Точка сбора, точка доступа. Я держал неограниченный вакуум внутри темпорального поля, пока не появилась жизнь. Затем я представил жителям этого мира чудеса электричества в виде прибора, который я называю Флубл-Ходули. То есть вот люди даже протоптали тропинку. Но как бы предусмотрено, что можно обойти. Вот такие дела. Я, конечно, вот так обходить буду. Но они не знают, что 80% всей энергии от Ходуль выкачивается из мини-вселенной и поступает к нам. И не нужны больше гугл-коробки. Рядом остановка. Ну тут редко вообще, я так понимаю, какой-то автобус останавливается. Пару автобусов может. Десятка там или семерка, я не знаю. Вот так вот это выглядит. Раз идет электричество, поток. И вот он туда, жух, ушел через реку, на ту сторону города. Вот эта мощная установочка. Все люди в этом мире настоящие рабы, вкалывающие ради вашей энергии. Нет, они работают друг на друга за зарплату, на которую... Что ж, это похоже на рабство, только посложнее. Человеческая электростанция. Все, перерыв окончен. Ну, в общем-то... Это все, что я хотел показать. Спонтанно получилось, я пошел гулять и вспомнил, что есть такие места. Как раз, думаю, сделаю такой ролик необычный. Ну, давайте, друзья, всех обнял. Лорд Монгомери, у моей семьи непредвиденные медицинские расходы, и я хотел спросить, нельзя ли мне поднять зарплату? Можно мне ее вообще заплатят? Толкал это колесо почти 20 лет. Думал ли ты, зачем? Я его просто толкал. Ты вообще замечал, что колесо ничем не управляет? Слухи были правдой. Но твоя работа создает кое-что очень важное. Человеческие страдания, которые собираются и превращаются в порошок. Богачи вдыхают его, и у них отрастают маленькие крылышки.